Рейдеры могут вернуться в любой момент. Здорово, чувак. Боже мой! О, боже мой! Сюда идут рейдеры! Божечки! Блять, ну я хоть улучшение-то сохранилось у меня. Кэп, сюда. Многие на тебя рассчитывают. Блядь. И этанола нет, и, блядь, улучшения не сохранились. Ёбаный пиздец. У водопоя снова рейдеры. Если решишь его захватить, помни о сигнализации. Вот это кидалово. Рейдеры могут вернуться в любой момент. Если мы уцелеем, это будет чудо. Готов. Рейдеры забрали кузницу себе. Если решишься ее отбить, помни о сигнализации. Засекут, сразу вызовут штурмовика. Рейдеры вновь захватили старый Эдемский монастырь. Они вызовут штурмовиков, если тебя заметят. Нет ничего приятнее прохладного ветерка. Ведь я позвал на их. Так, где-то здесь должна быть это, да? Хреной мы с биноклем. Одна ракета и техники конец. Да ты чё? Так, давай смотреть, что у меня по части примарки. Все хорошо.
Сашка, если это ты, у меня что-то с электричеством было. Мигнуло. Все выключилось нахер. Сменю позицию. Fallout, что-то не хочу. Мне там вот эта вот карта ихняя вообще не нравится. Нужно двигаться. Пиздец, все мигнуло, прокачиваем то, что верстак, все пропало. Так, зверушки рулят. И еще раз. Ребят, ну вам не позавидуют вообще никак. Перемещаюсь. Все, блядь. Ха-ха, без единого. Да ну под VR. Если под VR, это было самое крутое, что я в жизни видел, блядь. Я слышал, там какая-то обнова мега по части этого взаимодействия между игроками. Что это значит, я вообще не знаю. Ну, какая-то вот такая хрень. Привет. Если под VR, это будет просто бомба, нахуй, бомбическая бомба, блин. Кого я? Far Cry или этого No Man's Sky? Да. Они сейчас дешевые VR. Это я дурак покупал на выходе, дорогущий, блядь. Сейчас они что-то стоят, ну то 17 тысяч, что-то около того, блядь. А, No Man's Sky. Ну да. Far Cry я умудрился, же говорю, по скидке купить за 1700, блядь. О, вон что, сначала сделаем тайник, пошли. Пошли хрен. Беспонтовый тайник сделаем. Сколько ты народу убил? Ну, на него теперь вечная скидка будет. Хули они в прошлом пообосрались, и никто не покупал их игрушку, блядь. Репутацию себе подпортили. Но если мы объединимся, у нас будет шанс дать отпор близнецам.
Ну, смотри, как красиво, ёпта. О, блин. Так, что мне надо сделать? А, берем пулемет и веселимся нахуй. Там пчелы, не дразните их! Так, сначала надо прочитать. Типа прочитал. Теперь типа херачим зилом. Замок видно через решетку на крыше. Хорошо. Смотрим. Типа прочитали. Бита в холодильнике. Что это такое? Туда почему-то попасть нельзя. Вот одно окно. Где-то здесь какая-то хрень, которую я не могу взять. Вон какая-то вторая комната. Ладно. Оп. И почему я бегаю с этим пистолетом хреновым? Так, с инопланетянами чувак больше не разговаривает. Он умер. Где монетки? Почему монеток нет? Так, на Марс улетел, чё? Так, всё.
Все здесь. Идем дальше. Главное не потревожить пчел. Да понял я тебя. Понял. Так, подожди, где-то на пет видел. Он уехал. Ёпта-мать. Что такое? Скайпе на скачку. На скачку поставил. А что ты? Че это где? Что это значит? Так. Так, это там импост. А, понял. Еще няшки, ништяки. Здесь наверняка есть что-то полезное. Опустите. Кто-то стреляет. Ох, какая палатка у вас пиздатая. Вдохни, успокойся. Так, у вас есть что-нибудь полезное? И какой у вас лагерь четкий. Так, моя задача сделать без поднятия шума, да? Свет мигнул, все отключилось, и все, что я качал, блядь, верстак, все пропало, блядь, пиздец. Так, ну что, попробуем еще раз поставить. Охренительный стелс у меня получился, прям огонь. Подмога скоро будет. Ладно, тогда без стелса. Тоже не ной. Я больше не выдержу. Миномет. Нужно держаться вместе. Да, держитесь вместе, конечно. Сейчас,
Сейчас меню позицию. Кто там умирает-то? Ух ты, ёптвою мать. Так, мне вот не нравится, что... А что это было за задержка такая? Эй, местные жители, блядь. Это, блядь, было ебучий вертолет. Короче, без стелса тут захватывать пиздец как тяжело. Я вас никого не вижу. Так, это у нас штурмовик веселится, да? Угу. И он у нас где-то далеко, далеко. А чё ты убегаешь? Ты же крутой. Что ты рыпаешься, всё равно бесплатные. Что-то я не очень люблю вот эти, которые отсылка к 90-м, блять, без графики, графика на уровне Сеги и Денди, пиксельные игры, не могу я их играть. Так, обосрались мы тут маленечко. Бабулю брать.
Куда ты не пойдешь? Че, попробуем. Эй, там кто-то есть. Где? Так, я вижу вторую сигналку. А че, меня палят, что ли? Так, как же мне туда прорваться? Здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Ну че я тут работаю? Меняю позицию. Все, ребятки, вы без сигнализации, а теперь я буду вас просто отстреливать по одному. Готовьтесь, эта тварь сейчас нападет! Давай, давай. Сурдж, блядь, что-то знакомое. Где-то их много рекламировали. Ёб твою мать. Еще не хватало, чтобы меня какая-то тварь, блядь, тут завалила. Твою ж мать, а! Я с тобой, все в порядке! Некогда отдыхать! Подъем! Осторожно здесь! Надо убирать! В меня стреляют! Здесь запах лжайка! Да, кошечка пиздец. Где ты, блядь? Кися пиздец лютая была. Надо с ней шкуру снять, если не пропадет. Thank you.
тебе повезло выжить. Всё. Так, теперь. База. Оладушки, блядь, хочу оладушки. Ну что, наконец-то я могу сделать себе путевое оружие. Еще раз, блядь. Опаньки. Сука, не надо мне фото ВКонтакте, блядь. Так, это раз. Второе. Оружие. Два одинаковых пулемета. Почему-то они разные раскраски, что ли? И лук. И пистолет. Где пистолеты? Так, мне вообще прерваться надо пожрать. Что-то меня аж это самое, аж потряхивает слегка. Вот это будет пушка огонь. С разрывными патронами. Только сделать я ее не могу. Так, подожди. Давай сделаем вот так. Мне нужно... Что мне нужно? Мне нужно... Угу. Что я аж это самое от голода, блядь. Так, тут бизоны, по-моему, где-то здесь тусят. Где-то здесь. О, бизон-мутант элитный. От меня далеко. Не очень. Почему я не могу делать разрывные боеприпасы? Ладно, металлургия, это замечательно, погнали-ка это самое. Съездим бизона элитного завалим, а потом здравствуй. Не, конечно, вообще там просто у тебя не будет VR как такового, а этот просто охуенно огромный экран перед тобой. В НДК пытался играть в VR. Страшно. Зомбики в человеческий рост перед тобой ходят.
Ну да, там такая же схема, как кино смотреть в VR. То есть, вот как в кинотеатре ты сидишь, да, перед тобой огромный экран. Вот то же самое, то есть одеваешь VR, и перед тобой вот этот экран, как в кинотеатре. И на нем типа идет игра. Там есть прикольная тема. В YouTube есть целый раздел VR. Там ролики, кинушки, всякая фигня прикольная, смешная. А в Тундру, кстати, я никогда не помню, пробовал ли в Тундру играть или нет. Это было предрешено. Я помню, что с Эвандейку играл, потом играл гонки эти, которые... Как их? Гран-туризма. Ну там прям полностью VR, то есть сидишь в салоне, видишь свои руки, то есть как бы там... Рулишь, оглядываешься. Потешная хуйня. Еще что без меня? Так, ладно, идем к бизонам. Пытаемся завалить элитного бизона, чтобы хапнуть. Мужчина был Фолсент. Теперь это процветание. Место другое, но дух все тот же. Там в зависимости от игры, короче, есть игры, которые заточены конкретно под PlayStation Move или под вот эту винтовку, которая VR-ная винтовка. Стрелялки под нее сделаны. PlayStation Move там для сложного управления персонажами, а так вот вообще в основном этим геймпадом управляешь. Блять, я тоже это слышу. Там может быть что-то полезное. Ну, дорогие они, я тебе говорю. То есть... У них не пошла VR-ная хуйня в самом начале. То есть, ни игр толком не было. То, что было, было. На английском языке без перевода. Я вот купил прикольная игра Робинзоны, там про космический, типа выживалка, короче. Типа ребенок попадает, там один живет в космосе, там, на планете на какой-то. Игруха все прикольная, но на английском языке, причем на каком-то странном, я его вообще не понимаю. Я так и не понял, что от меня там требовалось, чтобы выжить. О, вот оно. А вообще самое первое, что покупают под VR, это гребаную. Приятно видеть здесь.
давай на него. Надо, блядь. Да ёб твою мать, не шевелись. Смерть не должна быть напрасной. Так. А, первое это Resident Evil. Она полностью полноценная игра, заточенная под VR. Но там такая жуть, такая смерть, блядь, что просто караул. Зверь боится нас больше, чем мы. Тут кто-то есть? Там такая лютая жесть. Посмотри в YouTube, как люди играют в Resident Evil 7. Это кошмар. Их жалко. Так, давай смотреть. Сигналка, два сигналка, три сигналка. Я даже хер его знает, как их отключать. Давай попробуем. Да вы заебали, нет тут никого. Тут нет никто. На этот аванпост мы не пойдем. Мы пойдем домой. На базу. Сделаем себе пистоль пиздатый. Так. О, кстати. Рыбалка. Рыбалка! Неплохо. А ты не промах. Huh.
У тебя талант? Так, теперь домой. Могут вернуться в любой момент. Если рейдеры вернутся в наши дома, мы обречены. Близнецы держат всех в страхе. Так, смотрим. А, стоп. Ох ты, ёпта. Это чего я так много набил-то? Так, пистолет путевой, да? Говорите. Вот так вот. Ну все, я готов. Пожалуйста, пришли помощь. Ты ответ на мои молитвы. Не верится, что эта хрень сработала. Мне, наверное, теперь царю обезьян подрочить надо, да? Тут рейдеры! Божечки! И как тебе удалось пережить крушение? Ты здесь, царь обезьян? Это я, акула, брат Горки. Я тебя не верю, а вот Горки еще как. Так что, чем сомневаться? Пожалуйста. Кэп, сюда. Так, вопрос. Что делать? По идее, мне надо лабораторию качнуть, чтобы появились взрывные боеприпасы. Потому что на следующей миссии будет без них пиздец как тяжело. А чтобы качнуть лабораторию, мне нужно... разграбить всю вот эту хрень. Могут вернуться в любой момент. Так, тихую снайперку я сделал. Рейдеры могут вернуться в любой момент. Чё? Всё, что ли? Ну, ё-моё. Так, мне не хватит. Так, лаборатория взрывная, нужно 300, да? Это еще одну надо. Тебе устроили жесткий прием в долине. Сочувствую. Так, если ладно, хорош, надо вернуться. Пока поспать. Фу, блядь, поесть нахуй. И гарнитуру позаряжать.